Ульяновская корпорация развития подписала соглашение с турецкими экспортерами, а точнее с Ассоциацией экспортеров Турецкой Республики. Договоренности были достигнуты в рамках визита ульяновской делегации в Турцию. Документ позволит привлечь в регион турецких инвесторов в области автомобилестроения, овощеводства и мебельной и текстильной промышленности. Из презентации, которую провела ульяновская делегация, я понял, что в приоритете развитие автомобилестроения. Также среди важных отраслей – мебельная и пищевая промышленность. В этих сферах мы можем сотрудничать. В продолжение темы укрепления деловых контактов с турецкими партнерами губернатор Сергей Морозов посетил предприятие по производству автокомпонентов компании «Мартур» в городе Бурса. С представителями компании ульяновцы обсудили вопросы расширения производства в Ульяновской области. У нас есть глобальный опыт, и мы хотим разделить этот глобальный опыт с вами. Естественно, есть у вас очень конкурентоспособные материалы, детали. Нам купить эти, а вам поставлять более конкурентоспособные детали и продукты. В 2014 году было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта компании. В январе 2016 предприятие открыло производство и начало коммерческий выпуск продукции. В итоге за прошлый год в региональный бюджет от компании поступило 17 миллионов рублей налоговых отчислений. Основные клиенты завода в Ульяновске – это автозаводы «Рено» в Москве и «АвтоВАЗ» в Тольятти. Дарья Судрева, новости «Ульяновской правды».